Оператор Светлана, здравствуйте. Оператор Светлана Кошлакова работает в колл-центре почти 3 года. Она многодетная мама, и для нее самое главное – удобный график работы. Признается, по телефону приходится говорить много. Почти каждую ситуацию с пациентом разбирают до мелочей. Кто-то звонит, чтобы на прием записаться, а кто-то и поговорить по душам. Родные замечают, когда дома уже молчишь, ничего не говоришь, что, видимо, сегодня был шквал звонков. И так и говорят: мамка сегодня наговорилась на работе. Да, отвечаешь. В смене со Светланой работают 10 операторов. 9 из них принимают звонки в едином колл-центре губернатора Московской области. А еще один телефон обслуживает только Одинцовский городской округ. С 1 августа изменилось время работы. Теперь записаться на прием или получить справочную информацию можно круглосуточно. Есть пациенты, которые все-таки спрашивали уже, да, жалко, что у вас не работает колл-центр круглосуточно, потому что, допустим, кто-то забывает, да, когда он записан, на какой день, да, там, а маме вдруг вечером, когда уложила детей спать, вспоминается, что мы записаны. В день оператор губернаторского колл-центра принимает до 1000 обращений, местные же почти 300 за дневную смену. При этом среднее время ожидания ответа в пиковые часы не превышает 2 минут. Вопросы абсолютно разные. Запись к врачам, вызов доктора на дом, отмена или перенос записи на прием. Также можно узнать дополнительную информацию о работе учреждений здравоохранения региона. Колл-центр помогает убрать очереди в регистратуре и упростить запись к специалистам. Удобство пациентов – основная задача оператора. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».